Вожатые лагеря разыграли сценку для малышей. Полицейские рассказали детям о вреде наркомании, о том, что пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих зависимых, горем для их родителей и массой серьезных проблем для учителей и воспитателей. Жертвами наркомании могут стать практически все, но в большей степени это касается молодежи. Особый акцент был сделан на то, что наркозависимость – это не вредная привычка, а опасная болезнь, которая уносит тысячи жизней. Проблема наркомании, она очень обширна и не так проста. Поэтому только комплексный подход, как обозначение ее с медицинской, социальной и с правовой темы, позволит достичь результатов. И действительно, никогда не бывает слишком рано. Сейчас нас не удивляют маленькие дети в 13-14 лет, у которых стоит диагноз наркомания. Поэтому здесь нужно действовать на опережение и совсем еще ребятишкам говорить о том, что наркотики – это не просто плохо, это зло, а действительно рассказывать им, почему это так, что если они хотят построить в дальнейшем полноценную семью, хорошую карьеру, просто быть полноценными и счастливыми людьми, наркотикам в их жизни не место. Ребята отправились в увлекательное путешествие. Разделившись на команды, дети прошли 7 этапов, выполняя различные задания и получая за это баллы. Ребята выбирали полезные и вредные продукты, учились оказывать первую медицинскую помощь, решали ребусы, разгадывали загадки, проходили спортивные испытания. В завершении мероприятия победители были награждены грамотами и призами. Школьники поблагодарили стражей порядка и пообещали заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и никогда не употреблять наркотики.